Эта дата – наша дань памяти о каждом солдате, отдавшем жизнь за Родину. Это наша благодарность всем, кто погиб на фронтах, но чьи могилы безымянны. День неизвестного солдата появился в 2014 году. Дату официально учредили в память о российских и советских воинах, погибших во время боевых действий на территории страны или за ее пределами. На площади Славы традиционная церемония в честь павших героев, чьи имена неизвестны до сих пор, началась с возложения цветов. У горельефа скорбящей матери Родине собрались не только первые лица региона и города, но и активисты поисковых отрядов Самары. Эти люди играют особую роль в увековечении памяти и подвига защитников. Ежегодно добровольцы находят останки героев, которые с почестью обретают места захоронения. В 2023-м, благодаря активным поискам на территории города Снежное, членами отряда «Сокол» были найдены 92 человека. Все они участники Великой Отечественной войны. В августе этого года мы побывали в поисковой экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». По проекту «Фронт поискового движения России». Это моя самая первая экспедиция. Нашему отряду посчастливилось найти останки одного из бойцов и, соответственно, захоронить их, торжественно захоронить в последний день, когда захоранивали всех бойцов, которые нашли в этой экспедиции. Но не всегда найденные люди остаются неизвестными. Многие поиски оканчиваются тем, что имена все же попадают на страницы истории. На данных табличках представлены имена наших земляков, куйбышевцев, погибших в 1943 году за освобождение Донбасса. Всех их имена представлены на мемориальной доске возле памятника Саур-могила. И также все их судьбы, боевые пути, места захоронения и также места их увековечения были найдены в результате работы проекта и потому и как живут они. Во время памятной церемонии на площади Славы также работали волонтеры Победы. Любой желающий, подойдя к стенду, мог написать письмо, которое затем будет отправлено бойцам из Самары и области, находящимся сейчас на передовой в зоне спецоперации. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.